как работать на 3D-редакторе Google SketchUp, как создать прототип, физический объект, который соответствует математической модели. На Технофесте проходят занятия направления 3D-графика и прототипирования. Каждый из участников разработает проект, который можно реализовать в 3D-редакторе. На курсе прототипирования ребята смогут научиться базовым знаниям работы в 3D-редакторах, и с помощью этих знаний реализовать свои проекты, которые в дальнейшем они могут уже реализовать где-то там у себя в городе. И, частично мы их здесь, конечно, реализуем. Познакомиться с настоящим изобретателем, научиться решать задачи по ТРИЗ, придумать новую технологию. В рамках фестиваля науки Технофеста в Всероссийском детском центре смены работает направление изобретатели. Занятия проводят педагоги и изобретатели Вадим Извозчиков и Георгий Юришан. Благодаря им ребята учатся нестандартно мыслить. Но основные знания, которые мы передаем, это знания о теории решения изобретательских задач и навыки изобретательского и системного мышления. Вот, мы проводим занятия именно по этой тематике, пытаемся в них разбудить их внутреннего изобретателя. Мы им предлагаем стать изобретателями всего, то есть быть в широком смысле изобретателем, то есть выбрать себе в жизни цель и сформировать понимание будущей профессии. В результате ребята представят свои проекты. Команда Альберта Таштемирова собирается создать лавочку будущего. Скамейку, которая будет очищать себя сама и заряжаться с помощью солнечной батареи. Альберт признается, в смене узнал, как важна профессия изобретатель. Изобретатель – это тот, кто двигает прогресс, создает что-то новое. И это очень важно для понимания.